Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Еще в начале августа, во время проведения Экофеста 2018, вы объявили во всеуслышание о том, что в сентябре начинается строительство в Объединенных Арабских Эмиратах в связи с тем, что местные власти Республики Беларусь отказали в выделении полосы земли под высокоскоростной Skyway. Но сентябрь закончился, октябрь на дворе. Расскажите, все ли идет по плану? Да, все идет по плану. По графику. Мы как-то немножко этот момент, ну не то, что замолчали или упустили, но, скажем так, притормозили. Для того, чтобы быть уверенным, что все получается как надо, не могли бы вы рассказать, когда реально началась подготовка к строительству и само строительство все-таки? В сентябре ли или, возможно, даже раньше? Намного раньше. Собственно, подготовка строительства и строительство началось тогда, когда нам выделили землю. Я тут специально записал, чтобы это даты не спутать. Так, какие виды работ мы уже давно осуществляем, и фактически стройка идет. Потому что нельзя прийти и одномоментно все построить. Что надо заказать заранее, что надо заказать другой стране, что надо привезти. Это бетон можно заказать, привезти и насыпать в ямку. А юнибус так же не сделаешь, и опору так не сделаешь, и анкерную опору так не сделаешь, и рельс не сделаешь, и путевую структуру, да? Поэтому договор по земле был подписан в апреле этого года. И после этого фактически началась подготовка стройки и стройки, да? И мы там строим не очередной экотехнопарк, как многие думают, нет. Потому что проведена большая работа с заказчиками, в том числе в Эмиратах. И у нас десятки предконтрактов, преддоговоров, подписаны соглашения. И все говорят, классно, это нужно, это есть, у вас в Беларуси это есть, но у нас другие условия, в том числе климатические. У нас соли все разъедают, у нас пыль, песок. Заметают дороги, а ваш рельс все заметет там, дорожку качения имеется в виду, где должен быть токосъем. Если там будет слой песка, токосъема же не будет. И таких мелочей очень существенных, очень много. Поэтому говорят, нет проблем, мы сейчас и закажем это, но покажите, что это применимо здесь, в наших условиях, и просто начните работать здесь. И мы вам поверим, еще только при начале работ, а не когда вы закончите. Потому что вы сделали в Беларуси, сделайте здесь, мы не сомневаемся в этом. Да? И вот эта подготовка, работа, она началась давно, значит, после подписания договора по земле. Это договора о выделении земли. Да, земли. Это первый участок, 25 гектаров. Это почти, это в черте города. Какого я пока не скажу. О причинах я скажу позже. И второй участок, на первом участке это будет инновационный центр. Это не тестовые участки. Это инновационный центр Skyway, где есть, естественно, демонстрационные, сертификационные участки. Применительно уже к природно-климатическим условиям Эмиратов и не только их. Это вот это из климатической зоны. Это тропики. И там же будет производство. Сложно нам привезти машину готовую туда. Мы юнибайк. Кстати, на картинке там на экране. Маленькая машина. Мы его везли на выставку в Дубае в апреле. 2 месяца. С такими проблемами. На машине везли из Белоруссии в порт. В Прибалтику. Оттуда почему-то, причем это немецкий перевозчик, не мы, повезли на барже по реке. Река обмелела, баржа села на мель. И мы чувствуем, что мы опаздываем на выставку. Я дал команду снять юнибайк с баржи. Представляете, с реки, где-то там в полях, лесах. Погрузить на машину, привезти в аэропорт. Привезли.
улетел самолет в Париж. А с Парижа перегрузили, и самолет улетел почему-то в Люксембург. Это такая логистика. А с Люксембурга полетел в Дубай. И что, мы так каждую машину будем доставлять туда? А если их будут тысячи? Потому что проектов-то много. Так, наверное, там производство должно быть. Поэтому здесь тоже будет и производство на этой площадке. И наука должна быть. И стенд испытательный. И мы должны отрабатывать здесь эксплуатацию в этих условиях. И у специалистов должны учить. На чем? По бумажкам, по книжкам или когда действует объект? Вот учитесь, вот смотрите. Потом там даже у нас будет институт, который войдет в состав университета. Который будет готовить специалистов для технологической проектирования, строительства, эксплуатацию на весь комплекс. На весь жизненный цикл технологии. При этом ясно, что надо для той зоны делать климатической. И даже учить там студентов на английском языке, они говорят по-русски. Поэтому это не здесь надо. Это то, что мы сделали, экотехнопарк, это для этой климатической зоны. Это Беларусь, это Россия, это Украина. Там тоже у нас очень много наработок. Тоже десятки. Причем очень серьезных проектов. Все это в работе. Но когда надо время, мы об этом скажем. Сказано, мудрость одна в Библии. Хочет рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Я не хочу никого смешить. Более того, когда ты расскажешь о планах, тебе обязательно помешает. У нас очень много противников. Я могу сказать, врагов. Потому что мы работаем, я говорил, на Экофесте, в самой коррумпированной отрасли, транспортно-инфраструктурной, где самая жесткая конкуренция. Там не будут с конкурентом не это, там, какие-то там и нянчатся и так далее, просто сидят и все. Вы еще говорили и самой консервативной. Да, и консервативной. Но, ну понимаете, если зайчик поймал, то волк поймал зайчика, он же не будет слушать про зайчика какие-то проблемы, семья там это, да? Волк хочет кушать, он его съест и все. Вместе с его проблемами. Да, с его проблемами. Особенно если зайчик расскажет, куда он побежал. Ну да. Да, где его ловить и где его искать. Понимаете, ну, это, конечно, аллегория, но тем не менее. Значит, апрель – это получение земли, документ. И первое, что мы хотим сделать, и мы это уже покажем в апреле следующего года, первая трасса, где мы покажем городскую систему, очень много у нас заявок на городскую систему, где будет тропический юникар. Это потрясающая система, тоже похоже то, что мы сделали здесь, с тремя пролетами, но в тропическом исполнении и в VIP-исполнении. Это совсем другая машина, чем ту, которую мы сделали раньше. Поэтому вот юникар тропический мы начали проектировать в мае, сразу после подписания, потому что это сложнейшая машина, ее надо вовремя поставить, чтобы начинать испытания, а потом показать его работу в апреле. Проект давно уже сделан, мы уже его изготавливаем. Мы об этом не говорили, а зачем говорить? Но работа полным ходом идет, изготовление сложнейшей машины. Эта машина, она сложнее, допустим, электромобиля Теслы, вокруг которого столько разговоров, да, и которые тоже готовили производство годами, кстати. И эти электромобили еще первые сделали в 1836 году. А вот юникар никто не делал до этого. Это новые машины, мы их с нуля делаем. Так он изготавливается, и через 2 месяца он будет готов, и мы начнем поставлять его в Эмираты на обкатку и так далее, испытав сначала здесь. Потом у нас рельс, свой рельс, его нет, такого проката, да? Потом мы его заказали в мае, это разве не работы? Причем заказали в Австрии,
Потому что в Вене то, что нужный прокат, только там нужного качества изготовить, нужно нам стали. Заказ размещен, оплачен давным-давно. И уже прокат готов. Но он опять будет добираться там пару месяцев до Эмиратов. Поэтому эта работа тоже сделана. Мы показываем и не только дороги, но и зеленые технологии. То, что, причем это тот концепт мой, что SkyWay не отнимает ни одного квадратного метра земли. Потом даже инфраструктура, станции, вокзалы, мы почву берем из-под нее, обогащаем гумусом, а там еще гумуса нет, там песок, и размещаем на крышу дома и садим сад. Так вот, первое здание, которое будет построено, это будет наш будущий офис. Это место встреч, переговоров, в том числе подписания контрактов. Это зеленый дом, и он деревянный, из дерева. С садом на крыше, с садом внутри дома. Так вот, он тоже был заказан давным-давно, оплачен в августе и сейчас изготовлен. Идет отправки туда на монтаж. Сейчас в ближайшее время будет сделан фундамент, сети, и он поступит туда, его начнут монтировать. И он будет стоять до Нового года. Это разве не работа? Поэтому мы дом строим, я возвращаюсь к нашему деревянному дому, чтобы показать, что можно жить в другом доме, где другой микроклимат. Оставаясь здоровым. И где, в принципе, кондиционер-то и не нужен, потому что на крыше почва, а это слой теплоизоляции, да? Там растут растения, которые испаряют влагу. Когда нам жарко, мы потеем, для того, чтобы охладиться. Так растения испаряют влагу и охлаждают и себя, и поверхность. Есть исследования, что, и я сам знаю, днем выйдешь, там невозможно босиком идти, потому что сразу ожог будет. 78 градусов может песок нагреться. Но под травой температура 25 градусов. Так если мы охладим сверху и охладим растения с боков, и дом дышащий деревянный, так нужны ли в таком количестве кондиционеры? И, наверное, воздух будет другой, и вот не буду кашлять. И другие, и они же, и они хотят увидеть этот дом. Говорят, нам классно, нам это нужно. Ну покажите здесь, у нас же жарко, у нас же там все ведет. И начинают рассказывать, как у них эти небоскребы шатаются, как они начинают оседать, как их там корежит, и мосты, и так далее. Вы говорите, покажите нам здесь, что у вас ничего этого не будет. Я говорю, не будет, у нас другая конструкция, у нас другие подходы. У нас преднапряженные конструкции, поэтому это совсем по-другому будет работать. Они говорят, верим, ну покажите. И вот этот процесс идет, и работа идет, и стройка идет. А не так, пришел, воткнул кол, говорит, все, мы начали строить, а ничего не произошло после этого. Ну, наверное, не так надо начинать строительство, так же? Поэтому еще раз повторяю, стройка началась у нас в мае, на самом деле, и она продолжается. И первый объект мы покажем в апреле, совсем скоро, работающий объект. Поэтому тут согласование, и не мы говорим, когда мы покажем, это нам скажут партнеры, а не мы. Потому что если мы хотим разрушить все это, в том числе партнерские отношения, мы можем это сделать, хоть сейчас. Так вот, ролик снят месяц назад о начале стройки. Я знаю. Но он в эфир не пошел по вот этим причинам. И пойдет только тогда, когда нам скажут, можно. И на это есть причины. Да? Ну, это, наверное, основные вот вещи, которые мы там делаем сейчас. Да? Это то, что касается вот городского направления и грузового направления, где не только вот эта база будет создана, но и будут показаны 4 комплекса: городской, грузовой, суперлегкий и с разными типами путевой структуры, то есть все типы будут показаны, и провисающие, это самое первое, что мы покажем, полужесткий.
и фирменно-струнная система, в том числе на те нагрузки, которые мы здесь не делали. Мы здесь, в Белоруссии, сделали более легкие системы, в том числе потому, что у нас особо денег много не было, чтобы делать более дорогие вещи. Да? Под нажимом высоту занизили, а потом из-за этого, из-за халатности тракториста было аварийное столкновение. Не потому, что мы не знаем, что надо высоко строить. Да мы это знаем, но мы просто, чтобы за и опоры, и станции, это же анкер на опоре, чтобы не идти в такие большие деньги, входить, да, мы это сделали. Там бы надо уже делать как надо. И там вот у нас под Юнибусом, самым габаритным, и под Юниконтом, подвесным, который будет возить 40-футовые контейнеры, да, 6,5 метров будет просвет. Ясно, что он не столкнется ни с какой машиной, так же. Поэтому будет показаны те варианты системы, которые более востребованы в том регионе. А там, когда нам говорят, какие пассажиропотоки они хотят иметь в Дубае, в Абу-Даби, в Шарже, в других городах Эмиратов и в других столицах и городах этого региона, то там, понимаете, 30 тысяч пассажиров в час, 50 тысяч пассажиров в час, 70 тысяч пассажиров в час. Чтобы понимать, что такое, это огромный объем перевозок. Вот взять московское метро, одно из самых производительных, они перевозят там до 8 миллионов человек в год. Так, когда вы переведете на час, понимая, что метро это 300 километров, где-то примерно, а средняя дальность поездки 12 километров, то метро московское, метрополитен, это 25 дорог, а не одна. То, что едет человек 12 всего километров, потом едет другой пассажир, это уже новая дорога, да? И когда вы разделите на количество дорог и перейдете на час, то это метро 20 тысяч пассажиров в час, 25, а не 50. То есть надо делать систему более производительной, даже чем московское метро. В 3-4 раза? Да. И это можно только поездами, а не одиночными. Потому что такие заказы у нас. Поэтому мы должны показать на большие производительности системы, на большие нагрузки, когда Юнибус будет весить не там 5 тонн, а 50 тонн, потому что это сочлененный, что это поезд, и будет вести не там 14, там 20 человек, а 300, 500 человек, потому что такая задача стоит, такие заказы у нас. Когда надо возить 100 миллионов тонн камня, щебня, там стройка идет, активная стройка, все Эмираты строятся. Они перелопачивают за год сотни миллионов тонн просто щебня, чтобы делать бетон. Поэтому надо возить опять же большими машинами, 20-30 тонниками, а не 2-3 тонны. Это же такой же опять же заказ. И надо возить контейнеры морские, которые весят 35 тонн до 35 тонн, которые длину имеют 40 футов, 12 метров. Поэтому и Юниконт спроектирован для перевозки контейнеров, и он изготавливается. А зачем об этом говорить? Это тоже начало стройки, чтобы туда поставить, показать. И мы уже здесь показываем. Вот сейчас у нас в ближайшее время большая делегация приедет вот на этой неделе с Эмиратов, чтобы видеть здесь это все. И производство, и все машины, которые мы сейчас изготавливаем. И уже это их убеждает, что мы способны сделать для их условий технику. Так вот, проект вот этого испытательного центра, инновационного центра СКВ, мы тоже начали в мае, и это сложнейший проект сделан. Вплоть до сетей, до канализации, водопровода и так далее. Это тоже не мелочь, кстати. Дороги, где мы покажем нашу струнную дорогу, которая будет, сейчас я спрашиваю, а где там ваша взлетно-посадочная полоса? Вот аналог, то есть там и заложено даже это. Много чего там заложено. И все это увидят и заказчики, и наши инвесторы, наши партнеры. И раньше времени об этом не нужно говорить. Мы не шоумены, а я не Илон Маск. Я инженер, а не шоумен. Так?
И есть еще второй участок земли, который уже около 200 гектаров. Это 2 квадратных километра. Это, ну, примерно Монако по территории. Чтобы понимать, эта земля стоит, только вот этот участок, по тем рыночным ценам, которые есть сейчас в мире, в том числе на той территории, да, это 1,5 миллиона долларов. Нам эту землю дали бесплатно. Чтобы мы там начали строительство, и это проектные работы ведутся уже применительно к ним, показали высокоскоростной СКВ, скорость 500 км в час, перспективы мы до 600 поднимем сейчас, да, и показали гиперью, где скорость будет 1200 км в час, 1250 км в час. Причем со всеми вариантами прохождения фурвакуумной трубы над землей, под землей и в воде. Анатолий Эдуардович, спасибо большое за исчерпывающий ответ. Еще одну интересную тему вы подняли во время своего выступления на Экофесте. Это, опять же, был обозначен октябрь, точнее, стройка сентябрь, а на октябрь вы говорили, назначен обратный выкуп, и там произнесли такие интересные слова, типа токены и прочее. Не могли бы вы рассказать, все-таки состоится или нет? Как раз половина октября миновала. Все, это все идет по графику, по плану, эта работа ведется, и так оно и будет. Но октябрь еще не прошел, да? И это будет в конце октября, тут опять же надо спешить и торопиться, потому что неправильно, так? Это очень сложная процедура и достаточно затратно, и обратный выкуп, и криптовалюта, уже которая функционирует, и с обменом на токены. И даже то, там много говорят, да по какой цене, там одни говорят доллар, другие там сотая цента, третьи говорят, нет, там 10 центов. Говорит, да нет, там не может быть, там будет не дороже цента. На самом деле это не может быть произвольная цифра. Потому должна быть взвешенная, продуманная. То, что как Илон Маск там назвал, 420 долларов за акцию, а потом всех обманул. И, не, да, и проблемы возникли в компании, потеряли столько денег. И нельзя это делать, тем более раньше времени говорить. Так? И это должно быть не то, как хочется инвестору, я понимаю, каждый из них хочет заработать, да, а то, как надо для развития проекта на данном этапе. Поэтому эти цифры будут озвучены тогда, когда мы начнем это делать. От этого идет аналитическая работа, чтобы понимать правильно, как сделать и не ошибиться. Потому что потом очень трудно будет исправить ошибку. Поэтому у нас это будет в конце месяца. Мы объявим, уже сделан и личный кабинет, и вся работа для того, чтобы это производилось без проблем. Да? Мы дадим время на обдумывание, месяц, то есть, чтобы не принимали решения сгоряча. Целый месяц будет на обдумывание. И заявки это будут сразу можно давать и на то, и на другое, либо отказаться от того, от другого. А потом это будет вся произведена вот, рокировка. Так? Поэтому все идет по графику и по плану, как я обещал. Анатолий Эдуардович, спасибо огромное за столь исчерпывающее интервью. Строй SkyWay, спасай планету!